удивительно, как автобусы здесь разворачиваются на этих маленьких улочках. Иногда случаются заторы. Улица. Дедушка уже снят. Маленькая улица с трудно выговариваемым названием Акбик Чадеси. Здесь повсеместно одностороннее движение, потому что двухстороннего трудно представить. А, вот. Здесь огромное количество лавочек вот с такими фонариками. Такие фонарики тут продаются повсюду. Наверное, это национальная идея. Вся наша улица — это сплошные отели. Вот и наш отель Дивалис. А это Света. Ждет меня при входе. А вот это вот наше окошко. Как выяснилось, у нас единственный номер с видом на море. Море как раз в ту сторону, где смотрит наше окошко.